Debbie. But last Saturday was really fun because we got to go to Domino's with no camera. It was such a treat. I was like, oh, you know, can we not have the camera tonight? Because if we do, I think I'm just going to freak out. And he was like, no, it's okay. We don't have to have it tonight because I've already filmed, you know, thousands of Domino's. So is this all right? So you can have this online game, right? I mean, video game. No, I don't use it, so. Yeah. So do we need glue or everything or something? No. It has to be with water. Because if you win something, they need to transfer them to a different game card. I mean, this kind of water doesn't work. They don't stick well. You lick them. That's the only way. Yeah, I know. I did it last time. So what are you doing? Because a lot of the ones that I have done already, I only need one more. For like, from $5 up to $25. I only need one ticket. So are you looking for tickets you need? No, I'm looking for the one that I need, more than likely. But what number? Oh, it's on the $1 million cash. No, I mean, what number? 106AH, as in horse. 106AH. Mm-hmm. That's what I'm looking for. We probably will not find it, because... I know, welcome to my world. C, 106HF. No, AF, yeah, AF. I know. But I need the H one. It's AF again. Write that down. I know. Oh, well. But... That would be nice. What? To win that. Oh, yeah. Can you imagine? Yeah, see, I need... That's the one I need right there. Oh, that one? That one. Why not? Okay, we'll you watch. You see, AF one more. So they do a lot of all these numbers, but some numbers they do only like five of them. Well, like for the spa, for this spa day, yeah. I only need one of them for the spa day. Yeah. Nice. Yeah, it's everywhere like this. They have a lot of other numbers, but these super rare numbers, nobody has them. So. Yeah, like on AF, it's fourth one, you see? AF. AA, yeah, I know. Yeah, 106 AF. В общем, я пришел с работы, тут Катерина соседка, но они тут постоянно зависают вдвоем, я не знаю, какими-то тут котятами занимаются, вот. А соседка книжку ей подарила, чтобы тут изучать. Кстати, котята точно такие же с виду, вот как мои. И, короче, сидели, что-то соседка спросила про монополию, говорит, блин, я почти $1 миллион выиграла, короче. Здесь всего два приза по $1 миллион. И, короче, смысл в чем? Что вот этого последнего, 108-го, его ни у кого нету. То есть вот эти все, они у всех.
То есть она собрала вот эти 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 и говорит, а мне нужен один всего лишь до миллиона долларов. Ну их два всего, его невозможно найти. Короче, я говорю, у нас есть там билеты, но мы как бы тоже будем играть. Она говорит, давай сейчас откроем, может быть там есть этот номер. Короче, я говорю, нет, давай, ну мы как бы не хотим. Хотим еще, потому что неделю еще будет этот розыгрыш. А я думаю, какой смысл сейчас открывать за неделю, может мы еще наберем этих талонов, если будем что-то в СВЭ покупать. Ну и короче, они меня уговорили сейчас этим заниматься, полтора часа потратили, короче, открыли все эти билеты. Ну их было в 5 раз больше, потому что они почти все повторяются, я соседке отдал повторяющиеся. То есть в каждом билете ты открываешь, у тебя лежат 4 таких маленьких, которые надо сюда наклеивать. Но я их не вижу смысла наклеивать, потому что ничего не собралось. И там лежит один билет такой. Такие билеты, они или бывают, здесь код для игры в онлайне, вот, то есть в онлайне можно играть, или, ну там, короче, тоже, что там в онлайне ничего не выиграешь. Вот эти все коды, короче, для онлайна, вот такая пачка. У меня же этих билетов гора была. И там есть скидки, скидки я все выбросил. И есть вот такие вот хреновины, типа сразу выиграл. То есть вот 100, одна бутылка 100 таблеток аспирина, 325 миллиграмм. Бесплатный сумка для покупок, шопинг бэг. Еще сумка для покупок бесплатная. Бесплатный фотомагнит. Бесплатно 2 билета дополнительных. Бесплатно гравимикс, это подлива. Еще подлива, томатный соус бесплатный, еще 2 билета, еще 2 билета, еще один магнит, фото, и еще томатный соус, и еще одна подлива. Короче, всякие продукты, в прошлый раз мне специи какие-то даже выпадали. Короче, вот это все то, что ты сразу можешь получить, вот это ты можешь сыграть еще в онлайне за эти. И вот эти все типа надо наклеивать, но здесь минимум надо 4 собрать. А на большие по 8. Короче, у нас везде по 2-3 там. В миллионе долларов мы тоже собрали 7. Ну, короче, то есть те же самые мы все собрали, последнего нету. А здесь везде такая же история. 3 собираются, последнего ни у кого нету. Короче, развод. Ну, кто знает, может есть шанс выиграть. Вот еще кто-то выиграет. Но мы даже 5 долларов тут не выиграли. Ну и в общем, вот эта лотерея, я вам про нее когда-то давно рассказывал, еще 3 года назад. Она проводится каждый год. В общем, там разыгрываются какие-то космические типа суммы. То есть в общей сумме в первой лотерее, когда она только началась, 155 миллионов разыгрывалось. А сейчас уже 250. И тебе ничего не надо делать, ты только покупаешь. Вот с этих магазинов, которые здесь перечислены. Но я из них никакие вообще не знаю. У нас есть только Эльберсон и Subway. Все остальные я даже никогда не слышал. Это, наверное, тоже их. Ну, здесь правила участия и вся фигня. То есть, и вот, видите, маленькие призы даже по 5 долларов. Здесь почти миллион призов, 900 тысяч. Вот эти вот. Ну, и то есть, считайте, 5 миллионов сюда ушло, 5 миллионов сюда. Потом 400 тысяч сюда, 400 сюда, ну то есть оно типа 250 миллионов, но оно все вот так вот разбросано, то есть по миллиону всего лишь 2 приза, остальное все вот здесь, тут есть дом можно выиграть, короче 5 тысяч, тут 2600, короче, ну и все в этом духе, вот, то есть любую тут машину до 40 тысяч можно выиграть. 25 машин разыгрывается. Kitchen makeover, не знаю, что такое 25 тысяч. Обучение в колледже 20 тысяч. Что ты на 20 тысяч научишься? Это на полгода даже не хватает. Family vacation 7500. Это, в принципе, неплохое предложение. Можно на Гавайи поехать на неплохую поездку на 2 недели. 10 тысяч. Ну, короче, вот такое вот. И вот, да, и дом за миллион тоже можно выиграть. Но здесь даже новый дом в моем городе за миллион ты не купишь, только если бэушный. Или если дальше где-то новый, далеко отсюда. Вот.
Ну и все, то есть, как я вам говорю, я все дупликаты вот соседке отдал, может она что-то еще выиграет, когда со своими скомбинирует, вот. Ну и все, котятов просили показать, что их там смотреть сейчас. Блин, кошка сразу приходит, когда начинаешь их открывать. Саша, никто их не забирает у тебя. То есть вон, видите, какие они уже огромные, они уже в 3 раза больше. За неделю котята вырастают в 2 раза. Они даже открывают пасти, но они даже что-то не пищат, нифига. Глаза частично открыты, у всех уже почти открыты, у одного только что-то один глаз открывается. Ну, видите, она не разрешает их брать. Вот. Но они очень крутые, конечно. Просто безбашенные. А у меня, блин, дофига уже на них заказов. Я уже даже не знаю, хватит ли на всех, кто их хочет, этих котят. Короче, конечно, они все офигенные. И серые, и белые. Серые какие-то крупные, белые вообще мелкие. Но серые как раз вот 6-пальцевые, вот эти даже 8-пальцевые. Вот, и у того, у белого, видите, вон сколько пальцев, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, короче, такие же, как у пирата, по 7, по 8 пальцев, вон, у того белого, вот этого серого, короче, потом уже, когда они начнут бегать, вот тот второй серый тоже многопальцевый, короче, серые оба многопальцевые, один белый, а тех я не вижу, ну, в общем, котята просто обалденные. Безбашенные вообще.